Доброе утро, дамы и господа, меня зовут Дамир Тухайтулин, я командир корабля, добро пожаловать на борт самолета «Рафутов», у нас есть маршрут до Москвы и Екатеринбург, время пути составит 2 часа, мы заканчиваем подготовку и скоро будем готовы, более того, надеюсь, вам понравится полет с нами, благодарю за внимание. Внимание, бортпроводникам, занять места для перевода дверей, двери в положении «Альфа», двери против. Дамы и господа, 2020 год в нашей стране для входа педагога антинаставника. Мы благодарим наших педагогов за их непростой и очень важный труд. Спасибо за внимание. Дамы и господа, полюсь мы быть в вашем питании и напитки. Также можете заказать за нагрузки и напитки из пантомлевской кафе. Наш самолет наоборот и система развлечений. Подключитесь к бортовой системе Wi-Fi, затем найдите камеру своего устройства на QR-код в листовке, расположенной в кармане перед вами. С подобной информацией по включению можете ознакомиться в листовке или обратиться к бортпроводникам. Туалетная комната репозируется, у вас как бы расположена в хвостовой части самолета. Туалетная комната.
будет потребным. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, there is a waiting for the rigs. You can order a trip for the rigs from Alaska Company as well. Our aircraft is capable of streaming 11 system. Connect to the Wi-Fi line. Then point your devices can write that your crew is lifted. Looking at smoke in front of you. You can find the information on the connection with the lifted. If you need any assistance, please contact the cabin crew. Levators with economy class passengers located at the rear part of the aircraft. All levators will be unlocked when this hotel turns off. Thank you.
Дамы и господа, наш самолет должен пройти противообледенительную обработку. Бросим вас оставаться на своем месте за стеклянными безопасности. После обработки возможно появление запаха в салоне. Это вполне нормально из-за работы системы кондиционирования. Запах исчезнет быстро. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, our aircraft is deized. Please remain seated in the faucet. For the deized, you can notice the smell in the cabin. This is quite normal, and the smell will disappear quickly. Thank you.
телефона. Наш самолет готов к взлету. Просил убедиться, что все электронные устройства перерабочены и выключены. Ремень запасности стекла. Спинка кресла. Вертикальное положение. Столик убран. Желание приятного полета. Let us check now. The aircraft is already calm. Please ensure that all the devices are turned on motor switched off. This boot is fastened. Using the brake position. And the jet will stop. We should listen play.
дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту Кольцова имени российского промышленника Никитича Демидова города Екатеринбурга. Температура в Екатеринбурге минус 5 градусов по Цельсию. Местное время 14 часов 1 минута. Рейс состоит со своими застежками безопасности до выключения светового табло. При выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресла перед вами. Пассажиры салона класса бизнес приглашены к выходу в первую очередь. Надеемся, что сегодняшний полет вам понравился. Будем расстраиваться. До свидания. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed at Kotsovo Airport in Yekaterinburg. And the problem Russian is again 50 meters. The temperature in Yekaterinburg is minus 5 degrees Celsius and local time is 2 in 1 p.m. Please remain seated in the faucet until the passing sign is full. Believe the aircraft and check out all the belongings with you. Check the bucket in front of you. Our passengers see the entrance and the motor in the aircraft first. We hope that the journey flight will continue again. Thank you. Goodbye.